Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете: мой любимый мужчина всегда просит у меня денег, сам не работаю, думаю, что я нужна ему ради денег, а не для любви. Бывает, из-за этого ругаемся, думаю, я не нужна ему, а нужны мои деньги, а не любовь. Нужна. Что с ним происходит? Мне кажется, что в данном конкретном случае вы не совсем корректно задаете вопрос. Вот. Потому что что с ним происходит, мы вам не скажем по той причине, что мы не отвечаем за как бы третьих лиц. И обсуждать третьи лица мы, честно сказать, не можем. Вот это как бы не наша юрисдикция. И вообще это, как мне кажется, является, знаете, таким нарушением, что ли, норм этики, если психолог начинает обсуждать третьих лиц, потому что ведь тот другой человек, он в общем и целом к нам не обращался. Вот. Обращайтесь к нам, в общем и целом, вы. Поэтому, как бы, с вами, собственно, и нужно работать. В данном случае. Итак, вы говорите, что мужчина все время просит у вас деньги и не работает. И вам кажется, что ему нужны ваши деньги. А как вышло, что вы стали встречаться с человеком, который не работает? И как вышло, что вы стали давать ему деньги? Вот. То есть, понимаете, какая история? История здесь заключается в том, что вы сами выстраиваете взаимодействие с человеком. Вот. История заключается в том, что вы сами выбираете человека. Он попросил у вас денег, а вы ему их дали. Вот. Как бы, почему вы ему их дали? Потому что вам чего-то хотелось. Потому что вам что-то было нужно. Вы в чем-то нуждались. Как мне кажется. И я думаю, что у вас были какие-то ожидания. Эти самые надежды свои вы, как мне кажется, тешите до сих пор. То есть до сих пор вы надеетесь, что мужчина вам что-то даст. Даст вам вот то, в чем вы нуждаетесь. Вот. Ну, а он как бы вот,
все не дает, и не дает, и не дает, он вам все не дает этого вот того, в чем вы нуждаетесь. Вот. И как бы, наверное, из-за этого вы ругаетесь с ним. Ну, возможно, как я думаю. Вот. То есть я, конечно, не уверен в этом, да, то есть как бы я могу ошибаться в этом, ну, вот. Я могу ошибаться, безусловно, в том, что говорю, потому что я не знаю всей картинки, не вижу всей картинки. Ну, как правило, бывает так, вот. Ну, на мой взгляд, вот, имеет смысл, может быть, признать, что человек не сможет дать вам того, что вы хотите, просто, вот. Я не знаю, конечно, вот, сможете вы это сделать, например, или нет, да? Вот, но, как бы, мне кажется, что, ну, это вот, вполне возможно для, ну, вполне возможно для вас. Вот. Вот, в принципе, то, что можно было бы вам ответить. То есть вы стали, по сути дела, вот такой заложницей своих ожиданий, заложницей вот своих надежд, вот, к сожалению. Большому, ну, к большому моему сожалению, да, вот, и, как бы, вот, это вам сейчас очень мешает, что вы не можете отказаться от своих ожиданий, от своих надежд, вот, ну, это, безусловно, очень больно. Обратите внимание, обязательно обратите внимание на то, как бы, из-за чего вы ссоритесь с ним. То есть, ну, просто вот обратите внимание на то, ну, какие у вас причины для ссор с человеком. Вот. Вы увидите, что ссоритесь вы с ним из-за обид, то есть у вас есть к нему какие-то обиды, у вас есть к нему какие-то ожидания, ну, вот он их, соответственно, не выполняет. И отсюда, ну, отсюда ваша боль. Вот, и, соответственно, постоянно в ожидании вы находитесь. Вот. И плюс ко всему, да, вот, вы спрашиваете нас, что происходит с ним. А я хочу спросить вас, что происходит с вами. Да, как бы, что происходит именно с вами. Вот, что я хочу спросить у вас. Потому что, на мой взгляд, постараться понять то, что происходит с вами, гораздо важнее. Его, ну, мужчину, да, мужчину,
мужчину. А вы не переделаете, это невозможно. Вот. Но вы можете достаточно легко изменить себя. Вот. Вы можете измениться именно вот, ну, как бы, свое отношение к тому, что происходит, если, конечно, хотите этого, понимаете, да? О чем идет речь, вот, поэтому так важно, именно на это вам обратить свое внимание. И спросить себя, я вообще вот чего хочу в этой, ну, в этой всей истории, в этой всей ситуации. Вот, чего я хочу, что мне нужно. Ну, вот, и мне кажется, что вы противоречите себе, вы говорите, что вы мужчина любимый, что означает, что вы его любите. Но любовь – это такая штука, которая предполагает принятие партнера. Вот, ну, такое, знаете, безусловное принятие партнера. В данном случае с вашей стороны безусловного принятия партнера, ну, как-то, наверное, нет, потому что не устраивает вас его позиция. И поскольку вы все еще с ним, то есть, поскольку вы от него, грубо говоря, не ушли, то я предполагаю, что вы игнорируете себя. Вы игнорируете то, что вам не нравится. Если человек игнорирует то, что ему не нравится, то он не очень любит себя. Как вы можете, не любя себя, да? Любить другого человека, для меня загадка. Вот. Ну, лично я думаю, что не можете. Вот. Соответственно, то, что у вас к мужчине, скорее всего, не совсем любовь. То, что у вас к мужчине, скорее всего, зависимость. Вот. И с этой зависимостью нужно работать. Может быть, если вы перестанете зависеть от него, вы сможете его полюбить. Может быть. Но пока вы от него зависимы, полюбить его вы не сможете. Вот это очень важно понимать, как мне кажется, для вас. Очень важно это учитывать, если вы хотите в этой ситуации разобраться. И если мы как-то вот признаем, да, что проблема не в человеке, да, а в вас, что вы выбираете, как бы, такого мужчину, что, ну, как бы вот, что он-то, в принципе, ну, что он, ну, таким и был всегда. Вот. Следующий важный момент. Зачем человеку работать? Да? Ну, то есть, зачем ему работать, если вы даете ему деньги?
мужчины существа достаточно ленивые. Вот. И не будут чего-то делать, если, ну, и так, условно говоря, уже все есть. В вашем случае, как мне кажется, именно такая история происходит. У него уже все есть, у него есть вы, который его обеспечивает. Но у него есть деньги, то есть, ну, средства к существованию. Вот. Зачем ему что-то делать? Для чего ему что-то делать? Этот вопрос вам, я думаю, тоже нужно ответить. Потому что, ну, как бы, без ответа на этот вопрос, мне кажется, будет довольно сложно, трудно и тяжело. Ну, просто потому что, как бы, извините, как вы выстраиваете отношения. Вот. Вот какая-то такая история в данном случае получилась. Вот я не знаю, насколько в данном случае вас я обрадовал или наоборот огорчил. Вот. Но надеюсь, что какие-то выводы вы сделаете все-таки. И, соответственно, уже когда вот, вы сделаете выводы, да, я очень надеюсь, что ну, вы сможете для себя решить, что с этим делать. Там, где вы описываете вот этот момент, что вы ему не нужны, например, это очень похоже, знаете, на что? На проект. То есть вы сами как-то вот, вероятно, чувствуете себя ненужной, вот. Боитесь, что вы будете не нужны, даете деньги, ну, человеку, чтобы быть нужной ему. И все равно у вас как бы вот не получается до конца быть нужным. То вы как будто все время покупаете свою нужность, как будто бы все время доказываете ее. Вот это правда. Если человек вынужден доказывать свою нужность, покупать ее, то ничего хорошего из этого не выйдет, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать работу над собой. Вот. В первую очередь я бы поработал с личными границами вашими. Потом уже все остальное. Желаю вам всего самого доброго и удачи!